Всем привет, вы на канале Максима Тимохина. Сегодня мне принесли телефон Samsung Galaxy A50 с самым последним патчем безопасности за декабрь 2020 года. Заблокированный на Google аккаунте, идем дальше, нам не пройти. Для разблокировки будем использовать компьютер и программу Samsung FRP Tool. На Windows 10 запускаем программу, отключаем цифровую подпись драйверов, перезагружаем компьютер. Ну и далее, соответственно, заново запускаем программу, подключаем телефон к компьютеру. Кабель использовать USB 2.0/3.0, но без быстрой зарядки. Например, как VOOC с зеленым такой пластиковой частью внутренней. Данный кабель не подходит. Значит, далее нажимаем Bypass FRP, нажимаем ОК. Ждем какое-то время. Если вдруг не получается, пробуем также менять USB-порт. Вот как в данном случае не получилось, то пробуем сейчас менять порт. До этого получалось. Сейчас попробуем еще раз. Снова нажимаем Bypass FRP. Нажимаем ОК. Телефон обязательно должен быть подключен к Wi-Fi. Вот, и на этот раз уже получается. Нажимаем просмотр. Кабель пока что можем отсоединить. Снимаем галочку. Ну, попадаем, собственно, в браузер Chrome. Нажимаем продолжить. Далее я выбираю Яндекс. Окей, спасибо, не надо. Далее переходим в Яндекс. Вряд ли нам удастся установить какое-либо приложение, поэтому сразу переходим в Яндекс. Пишем здесь Samsung Apps. Samsung Apps. Найти. Переходим по первой же ссылке. Попадаем на сайт Galaxy Store. Нажимаем «Попробуйте сейчас». Попадаем в Galaxy Store. Нажимаем «Я прочел», «Принимаю». И нажимаем «Обновить». Если запрашивать, то обновляем. Идет установка, и нас сейчас выкинет на подтверждение аккаунта. Далее проделываем все то же самое. Подключаем телефон к компьютеру. Нажимаем Bypass FRP. Данную программу можете скачать где-нибудь в интернете, так как у меня блокируется видео на YouTube из-за этой программы. Но она у меня была на моем сайте 4frp.ru, ссылка вела туда. Попробую выложить на Google диск. Если будут блокировать, то ищите где-нибудь в интернете. Они там в свободном доступе все есть, вот эта программа. Ну, их там две версии. Нажимаете «Просмотр». На этот раз мы попадаем в YouTube, но просит обновить. Нажимаем «Не сейчас». Нажимаем значок аккаунта. Здесь условия использования. Ну и снова попадаем в браузер. Пишем, опять же, здесь Яндекс.ру. Переходим в Яндекс. Выбираем Samsung Apps. Переходим также по первой ссылке. Попробуйте сейчас. Попадаем в Galaxy Store. Здесь нам также понадобится Samsung аккаунт. Заблаговременно его создайте где-нибудь, если у вас его нету. И здесь попробуем написать Google Play Services. Google Play Store, Google Play Services, Info Fixing Error. Так, это что-то не то. Раньше программа называлась Google Play Service Hidden Settings. Сейчас какие-то изменения произошли. Так, сейчас я нажму на паузу и войду в Samsung аккаунт. Также еще там будет приходить пароль. У вас должна быть активная сим-карта, либо электронная почта, куда придет код для подтверждения аккаунта. Да, и когда ввели логин и пароль от Samsung аккаунта, нажимаем не войти с помощью Google, а просто кнопочку «Вход» нажимаем. И теперь ждем код подтверждения. В общем, входим в Samsung аккаунт, нажимаем кнопочку там «Вход», не войти с помощью Google аккаунта, а «Вход». И далее приходит код подтверждения, запрос происходит, нажимаем «Отменить», ну и, собственно, открывается у нас возможность загружать приложение. Так, это у нас явно не та программа, видимо, переименовали ее или убрали. Hidden Settings, Play Service Hidden Settings, скачаем, запускаем, открыть. Попробуем Open Hidden Settings. Ну да, листаем в самый низ. Сервисы Google Play, Web Page, On Body Promotion. Выбираем здесь любой тип блокировки. Ну, допустим, пусть пин-код будет. Вводим там 1, 2, 3, 4. Продолжить. 1, 2, 3, 4. Да. Нажимаем пропустить. Закрываем рекламу. И возвращаемся. Снова закрываем рекламу. Назад, назад. Все время выходим назад. Нажимаем далее. И вводим сюда пароль 1, 2, 3, 4. Нажимаем «Далее». И видим вход. Нажимаем «Пропустить», «Пропустить». То есть подтверждение аккаунта уже нас не запрашивается. Нажимаем «Далее», «Принять». Тут снимаем все галочки. Листаем вниз. «Окей». Здесь тоже можно убрать галочку, если вам не нужен магазин Samsung. Нажимаем «Далее». «Далее». «Готово». Если делаете для себя, то, в принципе, на этом все. Если для клиента, либо там знакомого, то заходим в настройки, экран блокировки, меняем тип блокировки, который мы сейчас вводили, пароль,
вводим 1, 2, 3, 4 на провести по экрану. И также не забываем выйти из Samsung аккаунта. Учетные записи, архивация, учетные записи. Нажимаем на аккаунт Samsung, личные данные, три точки, выйти. Собственно, нажимаем кнопку «Выйти» и вводим пароль от Samsung аккаунта. Ну, после чего, естественно, телефон будет полностью очищен от любых аккаунтов и паролей. Давайте, кстати, зайдем еще в настройки о телефоне. Сведения о телефоне. Модель А505. Сведения о ПО. Патч безопасности от 1 декабря 2020 года. Android 10, прошивка, загрузчик 5, версия прошивки BTK5. Если данное видео вам понравилось, помогло обойти аккаунт на данном устройстве, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Всем пока.